Вход в штрафную площадь, разворот. Нет, не дают соперники сделать передачу. Удар! Вратарь на месте. Эрджан Токотаев сразу же вблизи ворот Алги. Подача. Удар! Гол! Все-таки открывают счет дордоевцы. И это сделал никто иной, как Максим Шила. И откатить, ударить поворотом. Нет, не получается сделать это сильно акцентированно. Но тем не менее, и удар! Гол! И второй мяч забивает Дордой. Отлично! Но кто? Амралиев разбегается. Нет, все-таки он бил поворотом. Подкат длинный, затяжной такой подкат. Налево и в штрафную площадь. Удар! Вратарь спасает Токотаев. Но смотрите, Бернхард у мяча. Кто из них-то будет бить? Мурзаев поворотом. Ой, какой гол! Бекджан Сагынбаев забивает третий мяч в ворота. 3-0. Мяч сохранен. Амралиев. Не спеши. Сюнбек делает передачу в штрафную площадь. Там на кого? Есть! Там удар! Гол! Забивает Алга. Один ответный мяч. Все-таки делают это ребята в красной форме. 3-1. И еще ничего не решено в сегодняшнем матче. Кто из них будет бить поворотом? Скорее всего, это будет удар. Удар поворотом в стенку приходится. Еще один удар. Матяш складывается, смотри. Отскакивает мяч. Есть передача на Мирлана Мурзаева. Отправляется он на свидание. Голкипер слева, есть партнер налево. Будет удар. Гол! Гульджигит Барубаев забивает четвертый мяч в ворота Алги. 4-1. Быстрая контратака. Буквально 7-8 секунд. Это все, что требуется в современном футболе. Да. Мяч наконец-то Эрджан выбивает подальше. Жан-Луи Блюботти делает пас. Удар! Гол! Спокойно! Хайрат Джергалбекулу забивает еще и пятый мяч в ворота соперника. Но этот ассист можно смело записывать на Жан-Луиса Блюботти. Гол в ворота команды «Алга».